Здравствуйте, друзья! Хочу показать вам, что сегодня я приобрела в магазине Fix Price. Вот такой вот таймер. У меня на кухне на приборах есть таймеры, но иной раз дверь закрыта, тут засидишься, или телевизор засмотришься, или за интернетом сидишь, забываешь, что там кастрюля стоит. И вот, сейчас я вам покажу. Вот. Купила его такой красный, яркий. Вот такой он сигнал подает. Ставишь на время, положишь его возле себя, и все будет в порядке. Вот еще раз показываю. Понравилось и моей подруге, и подруге такое же тоже взяла. Вот, взяла сегодня вот такое вот крем-мыло детское. Очень люблю детское мыло. Всю жизнь им мою тело, руки. Вот pH у него 5,5. Ну вот на этот раз купила для рук такое мыло. Оно, вот детское это мыло, с экстрактом ромашки и календулы. Замечательный состав. Кроме того, вот купила такую шампунь. На основе акульего жира. Это натуральный сквалан. Шампунь – уникальная забота. Питает и увлажняет кожу головы и волос. Разглаживает секущиеся кончики. Придает естественный блеск. Вот такой вот шампунь. Взяла вот еще такой шампунь. Шампунь восстанавливающий комплекс «Сила аргинина» на основе аргинина, депантенола и янтарной кислоты. Вот его здесь 250 мл. Тоже с отличными свойствами. Уникальная формула шампуня, восстанавливающий комплекс, в том, что в его состав входит чудодейственная молекула аргинина. Эта аминокислота участвует в синтезе гормона роста волос. Благотворно воздействует на кожу головы и волос, обладает ранозаживляющим эффектом. Так, вот купила сегодня в первый раз себе вот такой крем. Вот он. Гималайские травы написано. Питательный крем. Алоэ и витамины. Баночка вот такая небольшая. На картинке еще нарисованы плоды физалиса. Но тут настолько мелко написано, что невозможно, наверное, даже просто без очков или без лупы прочитать. Живительный крем. Вот взяла попробовать. Если понравится, буду брать еще. Надеюсь, видно хорошо. Вот Гималайи Хербалс. Купила сегодня себе вот такую вот маску для волос, формула энергии, лошадиная сила, маска-бальзам, 200 мл. В состав входит коллаген, ментол и кора дуба, вот на основе таких вот прекрасных веществ. Чудодейственный комплекс для укрепления и защиты от перхоти и выпадения, это как раз то, что нужно. Вот, вот такая вот она. Тут лошадиная морда. И вон нарисованы еще дубовые плоды и листья. Попалось мне сегодня вот это вот средство там для мытья окон и зеркал. Отличная вещь, всегда должна быть дома. Вот новинка сегодня попалась. Санинспектор Лимон. Ураганная свежесть. Вот. 3 в 1. Активно чистящие средства. Вот, вот их тут 3, они в пленочке. И вот тут инструкция. Санинспектор – это безопасное моющее средство по удалению микробов в туалете. Каждая таблетка санинспектора эффективно освежает туалет, устраняет микробы, прячущиеся в краях унитаза, а также очищает смывной бачок. Безопасно для использования. 1 таблетка на 500 смывов. Вот такие вот они.
Вот такой вот толщины, высоты. Вот они, очень симпатичные. Сегодня я взяла себе вот такие домашние тапочки. Вот они. Здесь они стоят всего 40 рублей. В других местах у нас на рынках они уже стоят в 4 раза дороже. И причем давно. Вот сегодня наконец-то попались мне вот такие вот коробки. Я встретила где-то несколько недель назад наподобие. Они были темно-фиолетового цвета, выглядели как бархатные, с гораздо меньшими ячейками. Они были гораздо плотнее, эти ячейки. Вот. Но я все ходила, думала, зачем они мне, ну, пока они не кончились. А потом долго ждала, пока нашла вот эти. Вот видите, они с крышкой. И чем они удобны, это тем, что их можно ставить одну на другую. И будет очень симпатично выглядеть. Вот я купила это для своей аптечки и для аптечки для своих животных. Очень аккуратно и красиво, на мой взгляд. Купила я их такие контейнеры, 4 штуки себе. Как раз для всего они подойдут мне. Ну, спасибо за внимание. На сегодня все.